Рецепт приготовления французской запеканки на завтрак. Список ингредиентов в конце видео. Ингредиенты. В миску разбейте яйца и залейте половину молока. Добавьте ваниль. Затем нужно добавить сахар. Вкусняшки, подписавшимся. Смешиваем все венчиком. Смазываем форму для выпечки маслом. Рвем французскую булку на кусочки. Заполняем форму для выпечки кусочками хлеба. Заливаем яичную смесь. Накрываем пленкой и убираем в холодильник, лучше всего на ночь. В миске смешиваем муку, сахар, соль и корицу. Добавляем кусочки сливочного масла. Смешиваем все до рассыпчатой крошки. Кладем посыпку в пакет и убираем на некоторое время в холодильник. Посыпаем запеканку крошкой. Распределяем по всей поверхности будущего пирога. Выпекаем в нагретой духовке в течение 45 минут. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты. Французский тост 1 грамм, французский хлеб 1 штука, яйца 8 штук, сахар 3-4 стакана, ванильный экстракт 2 столовые ложки, корица 1 чайная ложка, соль 4 чайных ложки, сливочное масло 1 штука, количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи!